LucasArts представляет Грим Фанданго. Похоже, он выдает что-то под названием Филадент. О, фу. По виду он выдает подтаявший пломбир, но, судя по запаху, я думаю, что это машинная шпаклевка. Я не вижу никого снаружи. Оно не открывается. Эй, есть кто-нибудь снаружи? Итак, Мануэль, ты подумал о том, что сделал? Кто там? Я — это ты. Или, точнее, я был тобой раньше. Да, но сейчас я — это я, так что проваливай. Выпусти меня отсюда. Единственный выход, Мануэль, — это чтобы тебя приняли назад. Если ты все еще действительно предан этой компании, громко заяви об этом. Начальство, может быть, услышит тебя и возьмет обратно в свое лоно. Да, но у меня есть то, что они могут засунуть в свое лоно. Тебе нужно стараться получше, Мануэль. Преданность человека определяет его судьбу. Департамент смерти ведет нечестную игру, и я намерен доказать это. Ты это сделаешь? Это может принести агентству кучу неприятностей. Я разоблачу это заведение. Молодой человек, ты враг департамента смерти. Добро пожаловать в клуб. Сальвадор Лимонес и его гость. Куда ты меня ведешь? Штаб СПД. СПД? Союз потерянных душ. Мы небольшая группа, Мануэль, но мы всегда ищем новых солдат. Для чего именно? Нам нужна помощь в отделе разведки. Ты, конечно же, знаешь Эво. Мэнни? Я когда-то был жнецом, как и ты, Мануэль. Но я раскрыл сеть коррупции в нашем любимом департаменте смерти. У меня есть основания полагать, что бюро получения жульничает с теми душами, которые оно имеет право обслуживать. Я думаю, кто-то крадет у этих бедных наивных душ их заслуженные судьбы, вынуждая идти по опасному пути, полному слез, в одиночестве и без защиты. Как младенцев, Мануэль, как младенцев. А какие у тебя доказательства? Вот для этого ты и нужен, Мануэль. Или мне следует называть тебя агент Калавера? Меня устраивает Мэнни. Я не хочу вступать в какую-то военную организацию, Сэл. Я просто хочу вернуться к своей работе, чтобы я смог отработать свое время и убраться из этой дыры. Ну, ты не сможешь даже выбраться из этого города без моей помощи. А это означает, естественно, что ты не сможешь найти ту женщину и никогда не вернешь свою работу. Когда будешь готов присоединиться к нашему делу, Мануэль, приходи и поговори со мной. Мы можем быть полезными друг другу. Куда он ведет? В секретный тоннель, который выводит из города, но он доступен только членам СПД. Он не открывается. Он доступен только членам СПД. Это диапроектор. Мануэль, я же смотрел. Этот компьютер выключен. Мы подобрали этот экземпляр, когда компания его выбросила, но нам надо еще заставить его работать. Когда мы это сделаем, нам понадобишься ты, чтобы войти в систему. Меня уже здесь давно не будет. Посмотрим, Мануэль. Он выключен. Сальвадор, кажется, сосредоточен. Это темный двойник секретаря моего босса. Всего лишь я, дорогой. Так ты на самом деле не секретарша? Я шпион, Мэнни. Ну, больше не будем использовать то агентство временного найма. Для меня есть сообщение. Да, ступай или умри. Но я уже. Еще раз.
Эва, ты должна выпустить меня из города. Они собираются прорастить меня. Ты не можешь уйти, Мэнни. Нам нужен доступ в компьютерную сеть DC, если мы хотим понять, что происходит. А мы не получим доступ без торгового агента, как ты. Компьютер проводит идентификацию при входе. Каким образом? Отпечатки? Но у меня их нет. Твои зубы, Мэнни. Ты не замечал, что компьютер сканирует твои зубы, когда ты заходишь? Я думал, что это просто скачок напряжения. Нам нужны твои зубы, Мэнни. Мы не сможем отпустить тебя, прости. А Капал не интересуется, где ты сейчас? Дана и Домина заперлись в кабинете Дона с какой-то важной шишкой из центра. Какой-то толстяк в феске. Кто этот толстяк, интересно? И какую роль он играет в этой зловещей головоломке? И как давно ты стала шпионом? Сальвадор завербовал меня около года назад. Я не могла ему отказать, он ведь такой благородный. И над чем ты работаешь? Я пытаюсь починить это радио, чтобы мы могли им пользоваться, но, похоже, это безнадежно. Сальвадор прав, нам нужны старые добрые почтовые голуби для связи с нашими полевыми агентами. У вас есть полевые агенты? Нет, пока есть Сэл и я, но со временем, Мэнни. Так ты не поможешь мне выбраться отсюда. Извини, я помогу тебе выбраться, но не твоим зубам. Подумай об этом. Открой эту дверь, Сэл. Мне нужно идти. Значит ли это, что ты готов присоединиться к нам? Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Ты никогда не интересовался, почему твои клиенты, даже лучшие, никогда не подпадали под право на путевки, которые они заслуживали? Да, в особенности мой последний клиент Мечи. Но они все подпадали под право Мануэль, в особенности она. Но каким-то образом кто-то, у кого был доступ к файлам, украл их заслуженные награды, их милый загробный мир. Их билеты на номер 9? Именно, амиго. Но зачем им эти билеты? Билет на номер 9 — это как слиток с золотом, Мануэль. В особенности для того, кто умер с подпорченной биографией. Кто-то извлекает пользу из тех, кто хочет купить свой путь на небеса. Но деньги же здесь не важны, все мы просто хотим выбраться. Ты хочешь выбраться, Мануэль, и я тоже выберусь однажды. Но для некоторых людей этот мир означает все. Они решили искать радости и удовольствия здесь, в восьмом мире, а для этого нужны деньги. И что ты хочешь от меня? Я собираюсь создать подпольную армию душ, чтобы бороться против несправедливости, которую я вижу в Эльмароу. Связь станет жизненно необходимой, когда союз потерянных душ расцветет. Нам нужны курьеры, которым мы сможем доверять. Ты хочешь, чтобы я стал вашим курьером? Нет, Мануэль. Нас очень мало, и мы не можем рисковать нашими агентами для выполнения такого рода заданий. История показывает, что только один тип курьеров будет полезен для нашего дела. Почтовые голуби. Если я наловлю тебе голубей на крыше, ты меня отпустишь? Нет, я должен вырастить их, агент Калавера. Мне нужно, чтобы ты принес мне их яйца. Ты держишь меня здесь, потому что тебе нужны яйца. Почему ты все еще здесь, Калавера? Иди и достань мне воздушные войска, пока они не вылупились. Ты получил все нужные инструкции, солдат. Да здравствует революция! Выглядит как канат, но это всего лишь куча дешевых флажков, связанных вместе. Шторы задернуты, дом и Дон должно быть все еще там. Шторы задернуты, дом и Дон должно быть все еще там. Офис Домина пуст.
Он даже не спрятал свою выпивку в шкафчик. Что же он за агент такой? Но не замок. Не могу поверить, что он мне не доверяет. Попытаюсь угадать его пароль. Нет, это не золотой мальчик. И даже не мистер Ди. И не даме. Высокомерный мошенник тоже не подходит. Выдвижные ящички. У меня таких нет. Что это? Выглядит как сверкающий кусок коралла. Что за придурок? Это зубная капа Дамина. Дамина держал это у себя во рту. Домина, поздравляю тебя с новой должностью, Гектор. Интересно, так ли я его хотел использовать, Домина? Осторожно. Спасайтесь, голуби. Это Роберт Фрост. Уберите их от меня. Может быть, это их испугает, в конце концов.
Да, проваливайте, мелкие мерзкие разносчики заразы. Так вот, откуда появляются эти паразиты. Вы должны пойти со мной, малыши, ибо я мрачный жнец. Эй, приятели, эти голуби скоро вернутся. Эй, а что они сделали с Глотисом? Это зубная капа Домина. Зачем я ношу ее с собой? Филадент хорош для вмятин, шикарен для зубных протезов. О, получился идеальный оттиск моих зубов. И еще остался известковый привкус во рту. Интересно, смотрит ли сейчас на меня Эва? Агент Калавера и два гостя. Зацените-ка этих крошек. Прекрасно, Мануэль. С помощью них я смогу вести целую армию крылатых курьеров. Наша революция теперь сможет распространиться по всей стране, несомая на порхающих крыльях справедливости благодаря тебе, агент Калавера. Я и сам бы хотел распространиться по стране. Но ты не можешь. Нам нужны твои зубы, чтобы получить доступ к компьютеру. Сожалею, но свобода имеет свою цену. На ней идеальный слепок моих зубов. Да, то, что нужно. Мэнни, кажется, это прекрасный оттиск твоих зубов. Мы сможем использовать этот шаблон, чтобы изготовить искусственные зубы и войти в компьютерную систему. Отличная работа, солдат. Ты друг революции, агент Калавера, и сейчас... Позволь мне помочь тебе. Ты должен направиться в город Рубакава, мой друг, если хочешь найти свою потерянную душу. Откуда ты знаешь, где она? Я не знаю, но каждый, кто хочет попасть в Девятый мир, должен пересечь море Плача, а для этого он должен сесть на корабль в Рубакаве. Раз уж ты попадешь туда раньше, найдешь ее, но, возможно, придется ждать. Я буду ждать, сколько потребуется. Мануэль, ты что, влюбился в нее? Влюбился? Любовь — это для живых, Сэл. Я ищу ее только по одной причине. Она мой билет отсюда. Ну,
Но и тоннель ведет до самой окраины окаменелого леса. Грим Фанданго. Подписывайтесь, продолжение скоро будет.